Кстати, писали зрители, что можно, что можно спирту добавить и зимой лечиться. Я, правда, не знаю, как это делается. Можно и только лечиться. Не только лечиться. Как налечился, как налечился. Алина, похоже, там решили прям битву с муравьями, ой, с тараканами устроить. Она все звонит, звонит, все спрашивает, спрашивает. Сколько получилось ягоды? 3 килограмма. Чё? Малину? Нет. Сахар? На. И чё? В смысле ты чё? Ей чё не... Чё не дашь? Мам, ты чё? Надо будет потом размять. Я сейчас разберу. Ну вот зачем ты это делаешь? Мама. Давай я пока на веранду поставлю. Там чуть-чуть осталось. Вот прикиньте, тут сколько, по 50 килограмм, да? Да. Мы в прошлом году, нам бабшура пришла, говорит, я не знаю, может быть, им тут на работе где-то выдают сахар. Мы покупали за 2500 вот эти, 50 килограмм. И все израсходовали. И только вот за это лето. А потом видела объявление, уже по 3000 за мешок продают. Ну, я подожду. Потом, может быть, бабшура еще раз предложит, и мы купим. Наверное, уже 2 мешка купим этот раз. Бабшура вообще в прошлом году покупала. И как ветераны дают или что? Нет. Кто-то из соседей, да, предлагал? Нет, ей как пай. За пай сахаром еще дают. Я и думаю, что продают. Ну, видимо, где-то земля есть. Раньше у нас в колхозе тоже выдавали. Кому как. Что такое пай? Земля. Надел земли. Колхоз по правам. Ну. А на ее территории кто-то что-то садит, да, например? Ну, наверное, эти фермеры кто-то. Не буду пробовать, не буду. Мы сорвали 2 нектаринки. Бабшуры? Угу. Я увижу, что кормлю домашними этими. Угу. Мама, Тома! Там можно сходить. Тома? Да, все. Все? Да. Это лягушка замерзла. Да. Пошла греться. Понятно. Да. Да. В общем, мы тогда не будем покупать. У бабшуры купим. Все равно уже начали продавать, значит, скоро будет это предлагать. Я вчера у нее была. У нее так, я, по-моему, на камеру не говорила. У нее кондиционер тоже есть, но она не включает, и у нее прям прохладно. Потому что у нее дом саманный. Прям прохладно-прохладно, хорошо. У нас кирпич, ничего хорошущее. Но она и говорит у вас то, что кирпич, поэтому прогревается. Ты сейчас вся намокнешь, Софи. Доставай игрушки. Доставай, вон в тазик складывай. Нет. Не-не, а да. Настя съездила, купила, кстати, купила тазик. А то всю мой таскают. Иди домой. Иди домой. Нет. И фильтр новый взяла. 2 штуки. Видите, какие черные. Ну, воду будем добавлять? Надо бы. Где деньги, Коку? Угу. Баба, где еще нельзя? Еще Коку нельзя? Нельзя, конечно. Дети купаются там, ну, моются. В смысле. Давай. Ладно, будем менять с папкой. Можно, знаешь, что еще? Я видела на Ютубе, зеленку добавляют. Ты что такая хитрая? Ты об меня руки вытираешь, а? Намочит, придет, об меня вытерет. Нет? Иди домой. Нет. Мам, я не знаю, как, я не знаю, где. Что ты ищешь? Полотенчик иди. Я не знаю. Целевозанный. Иди, скажи Дарине, они в туалете, там я их спрятала от вас. В туалете они стоят.
А то вы как попало ели. Мама, иди, девочки, посмотри, сколько они пены сделали. Они вот столько, ванна же вот такая, они столько пены сделали. Ой, я ябедничаю. Ирина, а что ты, иди же там вон еще одно кресло. А я очень неудобно так, пересяду. Она сидела. Я просто Дарине побыстрее машинку сниму. Угу. Ну, а вы выбрали какой цвет? Да. Белый с рисунком серебристым. Ну ты, Ира, будешь делать, да? Ага. А мне Настя завтра на ногах сделает. Вы еще Дарине на ногах сделаете? Не-не-не, на ногах не надо. Так наоборот же хорошо. Подожди, Настя. Че? Мне прям так по пальцу, по ногтю немножко. Поэтому. По коже? Да. А, ладно. Видишь, какой везде мастер. Так если бы ты постоянно делала, научилась бы, конечно. Может, ребята все кандалаться надо. Уже. Что такое титориал? Как это? Ну как? Снимите титориал. Туториал. Туториал. Тяжело его снимать? А то у нас... Ира, тут или это когда ты поэтапно снимаешь, типа? Ну, наверное. Я старая, я не знаю эти все их сленги. Ну да, это так называется. Да, Дарин? Да. У нас... Дарин, сука, отходила уже. А я вообще с ногтями на ногах вообще проходила все лето. Настя мне делала. И ползимы, наверное, да? Мощные, мощные были. Другие люди, если немного отрастают, сразу бегут переделывать, а Дарина на последнее выходит. Вот, видишь, как? Угу. В прошлый раз у меня еще больше было. У нас в прошлый раз получилось так видео, что я как не снимаю, Дарины нету. Дарина то в душе, то еще, может быть, какие-то дела. Я не тот человек. Ну, у себя сидит. Зрители пишут, Дарина, наверное, не нашла общий язык. Ну, во-первых, разница в возрасте. С кем я сейчас, с Ирой? Ну, нет, ну вообще вот так вот, что да, Ирина больше с Настей. Вообще-то, ну, на когда на свадьбе мы прям с Ириной рядышком сидели, разговаривали. Ну, не знаю, почему так зрители решили, ну просто что не попадает Дарина в видео. А девчонки тоже вон, все на улице до сих пор, с папкой где-то там. Не а, ну-ка пойду я. Ну потом покажете, что получилось. Сделай на ногах тоже. На лето надо обязательно. Завтра надо тебе... купить разделителя для пальцев. Да, Настя мне сделает. А тебя есть. Ну вот смотри, у Ирины тоже почти как у Насти. Смотри, какие тоже вон. И у Насти. У нее персиковая, у Насти. Ну ладно. Ну, реально тут подмели. А то ветром надуло. Сколько? Где они тут все убежали? Надо папкину подушку. Сразу видите, какой порядок. Надо подушку занести домой. То я так и забуду, но потом влажная станет. Уже какая-то влажноватая. Где они там все? Велик стоит. Погуляли, не погуляли с собакой, надо узнать еще. Ну, Тая, гуляли с тобой? Вот точно. Ваш бассейн, наводите порядок. Мама, только вы купаетесь тут. Смотри, ой, тихонько. Убьешься? Я, короче, сегодня шла на веранду и вот так подскользнулась и упала. Смотри, сколько много воды. Угу. Папа там с детьми? На качели сидит, отдыхает. Угу. Мам, было намного меньше сегодня. Ну, он, видишь, там папа набирает воду. Вот эту полностью закрыла, а была половина к этой. Угу. Мы, наверное, Жень, тебе перед это, как ты просила, перед лагерем, отрежем сантиметров 10. Да, есть. Мама, я тоже.
Так у тебя ж не такая огромная копна. Мне не нравится, что они кросят. Я хочу хотя бы вот до сюда, вот там. Нет, ты потом не сможешь делать хвостик. У Женьки намного длиннее, чем у тебя. Они у тебя подкрашены. Да зачем? У тебя хорошенькие волосики. Это у Женьки слишком много, тяжело ей. Мам, вот, вот у тебя, меня вот у тебя, смотри, насколько короче, прям вот намного. Вот у меня вот так, Саш. Тебе будет вот так. Ну, у Женьки, ладно, слишком много. Отрежем 10 сантиметров. Угу. Все-таки это помоется в лагере, потом будет вечно с мокрой головой ходить. Да, хоть быстрее высохнет. Ну. Там, кажется, мама, 10 сантиметров, конечно, это вот так? Так и дома вы, да. И вот так, вот давай так. Так не надо, нет, там вот будешь так, как дурочка ходить. Вот так не будет. Ну все, прибирайтесь. Уже вам час прошел, у меня волосы до сих пор не высохли. Купальники все тут. Я здесь. Они тебе там не переломают весь виноград? А что вы цветы рвете? Деда нам разрешил. Деда разрешил? Да. Смотри, мам. Не-не-не-не-не-не-не. Воду не надо. Воду не надо. На улице прохладненько, хорошо. Комаров не очень много, да? Ну. Подушку твою пойду занесу домой. Наши дети заняты. Старшие в Даниной комнате ногти там друг другу делают. Фильм смотрят или какой-то сериал, не знаю. Тома с Софийкой из кубиков там строят. Ну, сейчас уже убирать будем, спать будем ложиться. А Женя с Сашей в телефонах сидят. Поэтому прощаться с вами буду я одна. Так вот у нас сегодня день прошел. И всем пока, всем до завтра.